launching raids and terrorizing survivors at every opportunity. It seems Ryze officially ordered them to be as brutal as possible. Yeah, he likes people to know he's in town. They're well fortified. In addition to their headquarters, they're using two staging grounds to gather supplies. I'm told they've amassed quite a haul. I could use some supplies. Oh, you'd be doing us all a very big favor. Where are the outposts? One's in an office building, and the other is in the radio station. Maybe I'll pay him a visit. Так, всем привет, друзья, с вами Аджай. 32-я часть прохождения игры «Меняющий свет» квест под названием «Радиостанция». Так, почитаем, что у нас. Вернее, зашел не сюда. Так, задание. Умник сказал мне, что бандиты Ryze устроили аванпост на захваченной радиостанции. Возможно, надо туда наведаться. Сложность трудно. Очков нормально хапанем. Так, а это что за картинка, блядь? Он пост Ryze. Ай-яй-яй, ядрическая сила, блядь. Я даже еще жив остался, пост под электричество. Ой, ёп. Ну что, ты будешь взламываться или нет? Просто капец. Ух ты, бля. Так, ракета, мачете, кукри, бля. Мачете, кукри. Тировка нафиг разберем. Все, катана. Катана, да. Два короля. Подтвердите лучше меня. О,
Кто там? Ай, блядь. Надо было так закоцаться, бля. Проникнуть в офис. Сейчас проникнем. Что, все с автоматами, что ли, ходят? Ё-моё. Так, инвентарь, чертежи, мы еще можем сделать стрелы, бля. Меч ночной налетчик, бля. Ага, минус это, спасибо, не надо, бля. Че-то, бля, ну не столько охотничьи, чем мачете, ну, потом. Ну открывайся, давай, бля. Метательные топоры, бля, все это есть.
Блять, ну и в ту, и в другую сторону, давай. Пиздец, блядь. Самый конец, как обычно. Темно, как у негра в желудке. Сейчас поищем, побегаем, может что-нибудь найдем. Марлю, фигарлю. Да, чувак, черт. Я с тобой полностью согласен. Ладно, вроде, вон там еще один. Да. Слушай внимательно. Все, здесь зачистили. Отдохни. Так, ну вот он, аванпост этого Райса. Закрылись, гады.
Ура! Иначе никак не разрубить. Так, ну как же нам попасть туда? А, ёпта, я тут хожу, бегаю, блядь. Это что-то хата мы попали, Райс, задал ты мне задачку. Так, где же этот вход-то? Капец. Вот это я искал. Thank you.
is up here. Ребята, не наглейте так. Нормально вот тут обустроились. 5:25. Чё-то я не догнал опять, куда идти, блядь.
тут, блядь, гады устроились, ёпта. Отдохните, ребятки. And the ministry's convinced the rest of the world that there are no survivors left in Haran. Savvy, Crane here. Everything all right? They shouldn't be seeing any more orange vests for a while. You did it? I'll tell everybody thank you. Ну вот и все. Конец 32 части. Все, кто смотрел, кому видео понравилось, большое спасибо. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Вступайте в группу ВКонтакте. Пишите в комментариях. Всем удачи и пока.